Сотрудники УМВД России по Магаданской области провели встречу со студентами политехникума в рамках акции «Студенческий десант». Проводят ее ежегодно на протяжении 5 лет. Для учащихся провели экскурсии по городскому отделу полиции. Ребятам показали, как работает дежурная часть, следователи и даже криминалисты. Продемонстрировали оружие, состоящее на вооружении полиции, боевые приемы борьбы, который применяется в практической деятельности ежедневно сотрудниками полиции при задержании правонарушителей. Как отмечают сотрудники УМВД, чаще всего к ним на службу приходят студенты, которые закончили направление юриспруденция, либо те, у кого в органах работают родственники, и студенты хотят продолжить династию. А служба в полиции дает много льгот. Выйти на пенсию можно уже к 30-35 годам. Кроме того, утверждают специалисты, достойная зарплата и медицинское обеспечение. Кое-кто из студентов заинтересовался таким предложением. Было очень интересно, познавательно в плане того, что открылось множество перспектив различных, о том, что можно пораньше выйти на пенсию. Нам очень подробно все объяснили, рассказали. Да, я задумалась о том, чтобы поступить в подобное заведение, потому что мне показалось очень перспективным. В университеты принимают россиян до 25 лет. Несудимые, годные по состоянию здоровья. Срок обучения 5 лет. Курсантов обеспечивают бесплатным обмундированием, питанием и общежитием.